Не, ну ты посмотри, что делается. Все закрыто, все по домам сидят, людей на улицах нет. А если людей нет, то и покупателей нет. А я только-только мини-пекарню запустил. И что теперь делать? Конечно же, организовать доставку. О, привет! И ты здесь? Доставку, говоришь? И как ты себе это представляешь? Очень просто. Свежая выпечка нужна всем, даже на карантине. Ваши покупатели, они где-то поблизости ведь живут, так ведь? Ну да, весь микрорайон ко мне ходил. Тогда распечатайте, например, вот такое объявление. Ваша любимая мини-пекарня «Колобок» на Володарского 7 предлагает вам бесплатную доставку свежей выпечки. Заказывайте по телефону и номер. Расклейте это объявление по подъездам. Только не забывайте, что клеить нужно обязательно на малярный скотч, чтобы не испортить имущество. Далее запустите интернет-сервис 1С-касса. Там можно легко заводить принимаемые по телефону заказы. Своим продавцам на их смартфоны поставьте из Google Play приложение 1С мобильная касса и отправьте их к покупателям уже в качестве курьеров. Заказы отправятся из 1С касса на смартфоны курьеров, а чеки распечатаются прямо в вашем магазине. Так что лишние онлайн-кассы покупать не придется. И выручка не только не уменьшится, а может даже вырастет. И работу своим сотрудникам вы сохраните. Всем нужен свежий хлеб и выпечка, особенно сейчас. Ага, то есть ты предлагаешь потратить кучу денег на покупку и внедрение всяких программ и сервисов. Совесть есть у тебя вообще? Ничего тратить не надо. В рамках антикризисного пакета приложений 1С Просто для малого розничного бизнеса, интернет-сервис 1С Касса и приложение для курьеров 1С Мобильная Касса предоставляются пользователям бесплатно до 1 июня. И при этом они настолько простые, что запускать вы их сможете самостоятельно, без посторонней помощи. Подробности можно посмотреть на нашем сайте 1sprosto.ru. И что, вот прям сам смогу все запустить? Скорее всего, сможете. Помощь специалистов вам тоже понадобится, но позже, когда захотите расширить функционал, добавив к 1С касса более сложную программу, 1С розницу или 1С УНФ, например. Там есть много полезного. Управление взаимоотношениями с потребителями, скидки, бонусы и многое другое. Но самое простое решение с минимальным функционалом вы сможете развернуть самостоятельно, прямо сейчас. Блин, объявление на подъездах — это, конечно, прошлый век. Но сейчас, может, сработает. Люди же ходят мусор выбрасывать. Стоит попробовать. Так, погоди, а как тогда поступить, если я хочу не только по своему району доставку организовывать? Ну тогда подключите к 1С касса интернет-магазин на базе 1С Юми. Он тоже бесплатный, до 1 июня. На сайте полно готовых шаблонов. Выберите подходящий, заведите туда свои товары и вперед. Заказы из интернет-магазина попадут к вам в 1С кассу, а оттуда отправятся на смартфоны к вашим курьерам. И что, это все бесплатно? До 1 июня, да. Мы специально подготовили этот пакет антикризисных решений, который позволит малому розничному бизнесу быстро и без дополнительных затрат организовать прием заказов через интернет или по телефону, а также осуществить их курьерскую доставку. Мы надеемся, что это поможет предпринимателям с наименьшими потерями пережить трудный период, связанный со сложившейся ситуацией. Спасибо вам, 1С Просто. Сейчас зайду к вам на сайт и буду смотреть, что там за решения у вас такие. Это вам спасибо за то, что не унываете, не опускаете руки и готовы пробовать новые варианты организации деятельности. Если такие бизнесы, как ваш, успешно переживут кризис, значит и все мы его успешно преодолеем. Так что успехов вам, не болейте и мойте руки. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и увидимся.